Всем привет! Я наконец-то вернулась, надеюсь, что надолго. Или на совсем вернулась, я надеюсь. Сейчас я активно учусь рисовать в фотошопе. Получается, возможно, не очень. Но всего лишь два рисунка я сделала. В инстаграме можно будет посмотреть. Я оставлю внизу в описании ссылочку на мой инстаграм. Если интересно, можете посмотреть. Также я участвовала в СП «Алиса в миниатюре». Я думаю, многие знают о нем. Надеюсь, даже участвовали. Я не успела вышить. В общем, вот мой котик. Даже одного котика не успела. Ну, надеюсь, еще будет время. Также я, если вы помните, вышивала единорога от золотого руна. От золотого руна. Не знаю, как правильно. В общем, такие у меня творческие новости. Вышивка перешла, видимо, в долгострой. Ну, я надеюсь, что соберусь. Я возьму себя в руки. Вот. И займусь этим. Также я пыталась снять такое видео, как у меня проходит неделя рабочая, то есть чем я занимаюсь. Но я не знаю, будет ли это кому-то интересно смотреть. Если да, то напишите мне в комментариях. Я смонтирую это видео и покажу вам. Ничего сверхъестественного нет. Я обычный человек, работаю на обычной работе. Так что вот. И также я решила начать худеть. Ну, почти правильное питание, водичку пью, упражнения физические, вообще выматывает так. Вот. Ну, могу сказать, что мышцы я начала чувствовать. Неделю занимаюсь, уже чувствую мышцы. Так что вот такие у меня новости. Не теряйте меня, я надеюсь, я вернулась. Всем легких крестик и удачи!